чтобы забрать у них детей, чтобы заставить мужа работать, чтобы должны в первую очередь чиновники обратить внимание. Окей, мы говорим о том, что это может быть дармоеды, может быть, они злоупотребляют алкоголем, но должны прийти люди и уже начать разбираться в этой проблеме, понимаете? И только после этого уже что-то сдвинется. А так, пока ими никто не занимается, можно много что городить. Не надо было рожать, не надо было то делать.